И так доберётся ничего не это... Третье... Попытка с плечом. Третье. Так. Это что было? Все объяснил, в чем проблема. Я. Итак. Ну да. Поехали. Ну, все объясню. Это ведь закон, все объясню. Скверный. Скверный, представляешь? Life is the chip of the thing which you want to go to. Я знала, что Хлою это заинтересует. Мне нужно поторопиться. Ну, и поторопиться. Я все знаю. Не могу перестать думать о Кейт. Я словно очутилась в кошмарном сне. Я все знаю. Голоден, братец-кролик. На, погрызи. Мы два пигры. А ты вот этого переоценишь. Ты в этом без моего видео и камера. Здесь темно и страшно. Да будет... Не было звука. То есть я не твои эмоции. Там будет офигительный там. Так, бегом. Привет, Макс. Я видела, как ты поднялась на крышу, пытаясь помочь Кейт. Поверить не могу, что она спрыгнула. А
я могу. Я бы все отдала, чтобы спасти ее. Ты в порядке? Я просто в ступоре. Никогда не видела, чтобы кто-то умирал. Я тоже. Не думала, что ты расстроишься, учитывая то, как вы с Викторией издевались над ней. У меня есть свое мнение. Я не сучка Виктории. Да и она тоже переживает. Сегодня она нарушила комендантский час. Черт, я проболталась. Я никому не скажу. Честная, пионерская. Я верю тебе, Макс. Не считай Викторию, ты единственная, кто поинтересовала здоровье моей мамы. Это много для меня значит. У меня тоже есть свое мнение. Если что-то понадобится, скажи. Спасибо. Ты странная, но очень классная. Кроме тебя никто не осмелился подняться на крышу. Виктория ошибалась на твой счет. Ладно, поговорим позже. Я хочу побыть одна, чтобы немного погрустить. Окей. Привет, Мак. Я знаю, но я видела, как Виктория выходила из общаги во время комендантского часа. Так ты тоже ее видела? Она была очень нервной, когда выходила из общаги. Даже не сказала, куда идет. Пусть катится к черту. Ладно, мне нужно отдохнуть. Сегодня был очень трудный день. Спасибо, Макс. Надеюсь, у тебя все нормально. Ты единственная, кто попытался спасти Кейт. Виктория ошибалась на твой счет. Ладно, поговорим позже. Я хочу побыть одна, чтобы немного погрустить. О, Виктория не в общаге. Может, мне следует потратить немного времени на осмотр ее вещей? Надо ведь. Посмотри. Раз уж я эволюционировала из зеваки в детектива, то почему бы не поискать здесь улики, которые прольют свет на случившееся с Кейт на вечеринке? Мои печеньки? Виктория украла мои печеньки. А вернуть их я не могу, потому что она поймет, что это была я. Виктория – печеничный монстр. Назову эту фотографию «Портрет Теля Говнарей». Во, это же Кейт. И она под кайфом. Не похоже, что ей весело. Она в замешательстве. Мои печеньки? Виктория украла мои печеньки. А вернуть их я не могу, потому что она поймет, что это была я. Виктория – печеничный монстр. Я буду молиться за тебя, Кейт. Да благословит Бог твою душу. Кейт, я отдала бы свои силы за возможность спасти тебя. Те, кто довел тебя, поплатятся за это. Я не успокоюсь, пока не узнаю правду. Привет, Дана. Ну, как ты? Я не могу перестать думать о Кейт. А что, если это моя вина? Думаю, мы все в ответе за случившееся. Только не ты, Макс. Вы были очень близки. Ты была добра, Кейт. Именно этого она и хотела ото всех остальных. Скажи это Виктории и остальным из Циклона. Дана, за этим стоит нечто большее. Не только выходки Виктории и Циклона. Что именно ты имеешь в виду, Макс? Думаешь, это как-то связано с тем, что Нейтана отчислили? Я сделаю все, чтобы это выяснить. Что-то странное происходит в Блэквилле, и я должна в этом разобраться. Мне страшно. А некоторые все равно уже смылись из общаги. Что? И кто? Виктория ускакала, а теперь ты, Шерлок. Точно не я. Сегодня мне нужно отдохнуть. И ты давай ложись, Дана. До встречи. Дане так грустно. Хоть я измотана, Макс. Потом поговорим. Секундочку.
Так. Ладно. Да, так, Хлоя ждет меня возле главного входа. Господи, до сих пор не могу поверить, что она спрыгнула. О, она открыта. Надеюсь, Самуэля здесь нет. Я уверена, что Самуэль не носит шелковые шарфы. Но кто же носит? Кто бы мог подумать, что Самуэль увлекается модой? Это не мода. Это мода. Ночью Табанга выглядит как-то пугающе. Пожалуйста, не убивай меня. Пожалуй, Самуэлю стоит починить этот фонарь. Ректор Уэллс? Ах, серьезно? Если он увидит меня, мне крышка. Хуй с ним. Ниндзя Макс снова затащила. Я вот не знаю, кто делит. Ты? Монтер? Да будь скрыли. Беги. Буя! Поняла? Буя! Ну, я страшный призрак. А как по мне, так ты страшная засранка. Хлоя, моя подруга, покончила с собой у меня на глазах. Не надо меня сегодня подкалывать. Ты всегда упрекаешь меня в том, что я тебя не поддерживаю, но... А что ты сделала? А... Извини, Макс, я даже не подумала... О, черт. Не хочу, конечно, ныть, но я никогда не забуду момент, когда Кейт спрыгнула с крыши. А все потому, что силы меня покинули. Ни хера не помогает. Я понимаю, что смерть Кейта – это ужасно. Но я не знаю, как реагировать, поэтому веду себя как идиотка. Но пойми, именно твои способности помогут нам все исправить. Просто надо найти виновных. Мы выясним, кто убил Кейт. И не допустим, чтобы такое еще раз повторилось. А еще мы должны попытаться остановить торнадо, идущий на Аркадий Бэй, да? Пожалуйста, не шути на эту тему. Не сейчас. Да я и не думала шутить. Мой бывший психолог как-то сказал, что сарказм – это мой способ замкнуться. После этого он и стал бывшим. Хлоя, просто я не уверена в некоторых моих решениях. Особенно после того, как Нейтана из-за меня отчислили. Слушай, подруга, не смей корить себя за это. Давай лучше улики поищем, окей? Да, ты права. Слишком уж многое связывает некоторых людей с Кейт и Рэйчел. Это ты про мудака отчима и Прескотта? Конечно. Они же оба социопаты. Скорее уж психопаты. Дэвид хотя бы не бьет женщин, в отличие от Нейтана. И пусть я ее не знала, у меня ощущение, что Рэйчел указывает нам путь к правде. Да нахуй мне такую правду. Я просто хочу найти подругу. Мне страшно подумать о том, что с ней стало.
Думаешь, она... наслаждается жизнью в Л.А.? Это было бы лучшим развитием событий. Она бы не уехала без меня, ясно? Да и как часто находят пропавших девушек? Мы должны найти Рэйчел. Должны. Обещаю, мы ее найдем. Как ты уже сказала, нам пора начинать искать зацепки. А что ты хотела мне показать? Барабанная дробь. Представляю вам запасные ключи от Блэквелла. Спасибо нашему Дэвиду. Да ты просто профи, Хлоя. Но я не хочу, чтобы у тебя были еще неприятности. Да здесь столько всякого дерьма происходит. Кому есть дело до такой мелочи? Мы здесь ради правды. Но я так рада, что именно ты мой сообщник. Пока смерть не разлучит нас. И тут вздохи умиления. Ну окей. Спасибо вам еще раз, что помогли мне собрать портфолио. Надеюсь, остальные последуют твоему примеру. Извини, я был растерян, сама понимаешь. Для Блэквелла это был не лучший день. Знаю, день был ужасный, но вы всегда можете поговорить со мной, мистер Джефферсон. Благодарю, Виктория. Я полагаю, ты тоже расстроена из-за Кейти? Я все еще в шоке. Впервые увидела, как кто-то умер. А ведь Кейти мне была так дорога. Кейти? Я даже подумать не мог, что вы были так близки. Или... ну... а как ситуация с Кейт повлияет на конкурс «Герой дня»? Да никак. Конкурс продолжается, и мне все еще нужно выбрать победителя, который будет представлять Блэквелл. У меня на руках есть все фотографии, кроме одного снимка. Макс. Я вам одним словом смогу описать фото Макс. Селфи. Слушайте, вы видели мою работу и знаете, что она лучше остальных. Было бы круто провести вместе время в Сан-Франциско, Марк. Для тебя я мистер Джефферсон, Виктория. Она же перед ним. Я еще не выбрал победителя. Вы уже влюбились в мою работу, так что это не значит, что вы не объективны. Просто представьте, что вы выбрали мою работу. Мы могли бы провести много времени вместе. Это было бы круто. Вы согласны? Пожалуй, я сделаю вид, что ты этого не говорила. А еще вы можете выбрать меня. Иначе я могу рассказать людям, что вы предлагали мне первое место в конкурсе в обмен на кое-что другое. Ради твоего же будущего я также проигнорирую эту угрозу. Этот разговор официально окончен, мисс Чейз. А сейчас вам лучше вернуться. Подождите, я ведь... да вы, блядь, издеваетесь. Это было тупо. А я-то думала, что Виктория большим злом уже быть не может. В Блэквилле творится что-то странное. Давай выясним. А будет кабум. Великая ключница Хлоя. А то... слушай... меня сомнения гложат. Мы и так с тобой находимся в полной жопе. А ты еще в мой дом траву притащила. Шутка. Я серьезно. Мы уже не дети. Это взлом и проникновение. У нас же есть ключи. Какой это взлом? А в проникновении обвинить не смогут. Я серьезно. А если загребут? Не загребут. Глава охраны Блэквелла мой отчим. А этот придурок не допустит, чтобы я попала в лапы местной полиции. Ну так что, осмотрим кабинет ректора? Ты же отмотаешь время, если нас поймают? У тебя чумовые силы, Макс. Скажи это, Кейт. Давай. Осталась последняя дверь. Так. Какая тут будем? Вот так. Какого хуя? У начальника охраны должен быть ключ от кабинета ректора. Он что-то скрывает, как и все остальные. Значит, мы определенно должны открыть эту дверь. Хочешь верь, хочешь нет, но я знаю кое-что о взломе. Благодаря Фрэнку. Давай-ка проверим мои знания на практике. Да давай, где наша не пропадала? Ты все равно поищи ключ. На всякий. О да, я могу. Его нету. А вот и ключи.
Правда, не от кабинета ректора. Опустошение. Белки любят орехи. Это значит, что Самуэль... Да не. Ничего интересного. Здесь нет ключей. Ничего. Ничего. Здесь нет ключей. Нам нужно найти другой способ. Маловато времени я с Фрэнком провела. Но я все же попытаюсь ломать эту дверь, пока ты работаешь над планом Б. У моего плана есть имя. Привет, Уоррен. Не занят? Варкрафт значит не занят. Послушай, мне нужны твои знания в области химии. Не будем тыкать пальцем, но, допустим, кое-кто имеет доступ к кабинетам химии и искусства, и ему нужно открыть закрытую дверь с помощью подручных средств. О, нет, мне просто интересно. Спасибо, гений наук. Не-не-не, стой. Не вешай трубку. Просто перешли инструкции смс-кой, окей? Нет, я не передумала ехать с тобой в кинотеатр. Спасибо за помощь. Блять, проклятая дверь. Постарайся не разбудить весь Блэквелл. Прости, Макс, но тут я бессильна. Что за план? Я пойду кое-что искать. Ты можешь остаться здесь и не попасться? Спорим, я открою эту дверь быстрее тебя, взломщица. Гонка началась. До встречи. Итак, объясню. Ой, как. А вот так. Я заявка. Скотт. Каинадия. Вода это когда... Тоже не помню. Так. Так. Погнали. Уоррен типичный ботан. Посмотрим, смогу ли я найти все эти ингредиенты. Так. Либо на дну. Выпустить Банкина! Теперь она моя? Береги. Еще три предмета. А вот и хлорат натрия. Макс, ты же знаешь, что ты неуклюжая. Не трать свои силы попусту. Подвинь чертов стул. Еще два, Макс. О, сахар.
остался всего лишь один. Вау. Пять с минусом? Хорошо, хорошо. Доктор Макс, и правда, ты заслуживаешь намного больше за стычку с Нейтаном. Но тут каждая мелочь в счет. Что-то грузит у меня. Так. Понял. Такое чувство, будто я попала в фильм ужасов. О, Кейт. Даже будучи в депрессии, ты пыталась искать в мире хорошее. Черт. Рисовать у Даниила получается лучше, чем фотографировать. Сказала Макс, критик искусства. Виктория, какой охеренный снимок. Как я могу ненавидеть такого классного фотографа? Это мой скотч. Пришло время показать Хлое, что Макс та еще бомба. Правильно. Подождёт. Так, не будет. Хлоя, не мучай несчастную дверь. Давай попробуем кое-что другое. Бум! Мы устроим взрыв. Да! Давай-ка бахнем! Зажжешь фитилек? Как же круто! Готовься к зрелищу. Это пиздец как круто! О, нам конец! Сюда едут полиция и пожарные со всего Аркадия Бэй. А, и что нам делать? Если я открою эту дверь, ее фокусы со временем не прокатят. Бля, дверь, иди-ка ты нахуй. Добро пожаловать в мои владения. Святое дерьмище! Понятия не имею, как ты туда попала, но у тебя получилось. Ну, с кем поведешься? Ладно, давай найдем, что хотели, и свалим отсюда. Мои силы не настолько велики. Теперь понятно, почему ректор запирает свой кабинет. Здесь полно дорогого дерьма. Это место как бы говорит людям. У меня есть деньги, но нет вкуса. Как можно доверять человеку, у которого в кабинете стоит бронзовая птица? Хорошо, что меня выгнали. О да, если бы здесь висели картины Моне и Пикассо, ты бы продолжила свое обучение. Иди в пень. Пожалуй, обыщу-ка я этот уродливый стол. Ладно, признаю, что это кресло чертовски удобное. Ну что, начнем? Это твой шанс проявить себя, Шерлок.
Найди нам что-нибудь на Рэйчел, Кейт или Нейтана, да, блядь, на кого угодно. Я берусь за дело. Так. Отвлекает меня. Такой и была Кейт. Милой и застенчивой. Она оказалась. Осталось всего 2 досье. Здесь ничего. Я бы, наверное, тоже спилась, будь я ректором Блэквелла. Судя по досье, Рэйчел была не очень проблемной. Да, я не виню ректора за отчисление Хлои. Плохая Хлоя. Осталось надо и быть по... Охренеть. У этого урода безукоризненное досье. Не могу не... Это досье настолько идеально, что меня аж тянет блевать. Думаю, мы нашли все, что нужно. Нужно поговорить с Хлоей. Макс, тебе стоит на это взглянуть. Нейтан обвинил Рэйчел в том, что она принесла наркотики в кампус. А Дэвид это подтвердил, потому что думал, что она плохо на меня влияет. Уроды. Если Дэвид объединился с Нейтаном Прескоттом, значит, жди беды. Нейтан Прескотт III. Прямо несет деньгами. Его родаки, знаешь ли, отвалили кучу бабок, чтобы скрыть настоящее досье. Вот глянь-ка сюда. Плохие оценки, жалобы от учителей, надзор полиции. Отчислили меня. Ну, хоть сейчас его наконец-то отчислили. Смотри, тут заметка. Открой. Какой-то безумный рисунок. Это не рисунок, Хлоя. Кто? Смотри. Рэйчел в проявочной. Рэйчел в проявочной. Снова и снова. И все. Это пиздец. Да что это вообще значит? Нейтан и правда долбанный псих. Я знаю, он как-то связан с пропажей Рэйчел. Воу, ты только послушай. Дэвид М. всегда спрашивает, что происходит у меня в голове. Дэвид М. всегда помогает мне следовать за теми, кто ведет его. Жуть какая-то. Судя по всему, они создали какую-то странную команду типа Мстителей. Господи. Дэвид следил за Кейт, приставал ко мне и, оказывается, интересовался и Рэйчел. Ну теперь мы просто обязаны обыскать его гараж. Ладно, мне стрёмно здесь находиться. Давай-ка сваливать. А может, нам стоит прихватить сувенир на память? Нет, ты не заберешь с собой это кресло. Макс, ты что, умеешь читать мысли? Или ты уже видела, как я пытаюсь взять его и отмотала время назад? Черт, я в ступоре. Это сила лучшей подруги. Я-то тебя знаю. Нужно уходить, мы и так слишком долго испытывали удачу. Ну и что у нас здесь? Твою ж мать! Джекпот! Сука! Вау! Многовато денег для фонда помощи. Здесь $5000! Я же смогу заплатить Фрэнку! Пусть порадуется чертов ублюдок. Да. Ну точно. Ой, да ладно, да что тут такого? Или ты хочешь отмотать время и забрать бабки? Так и делай, а не читай лекции. Фрэнк ведь знал Рэйчел, и если мы ему заплатим, то, возможно, он что-то расскажет. Верно? Ну, ты супер, Макс. А на оставшиеся деньги, подруга, мы с тобой съездим в Портланд. Татухи, пиво, травка, пончики. Что может быть лучше? В книге Пауэлла. Стрип-клубы. Шучу. Хотя, кто знает. Да, ты крут. Зря мы взяли эти деньги. Нет, нельзя. Сваливай. Этот дьявольский взгляд пугает. Может, хочешь искупаться? Бассейн Блэквелла весь наш. Бассейн? Ты правда хочешь так рисковать? После этой безумной недельки мы с тобой заслужили немного отдыха. Все просто шикарно. Нас не поймали, деньжат мы подняли. Ну что, искупаемся? Ты права. Вы это, сука, заслужили? Пошли искупаемся. Что я слышу? Ты сказала, сука? Кажется, я плохо на тебя влияю.
Макс. Прокодирай. Это же логово выдр. Да насрать, я хочу искупаться в бассейне. И все же надо быть осторожней, ладно? Мне ведь еще тут учиться. Да с твоими силами ты можешь завладеть этой дырой. Thanks. Клои лелеет мечту устроить девичник, так что я буду следовать ее злодейским планам. Ладно. Надеваем тебя. Я вернусь.